Это нарощенные волосы. У меня так быстро волосы не растут. Я бы с удовольствием свои волосы бы так отрастила. Потому что как только я нарастила волосы, мне захотелось такую длину свою. Куда подписываетесь? Не поняла. Реклама, реклама. Ребят, давайте взаимные лайки и подписывайтесь куда-нибудь в другое место, ладно? А любимый цвет скорее белый. Ты кто? Человек. Роман! Я в прямом эфире, Роман. Всем здравствуйте. Вот Роман, понимаете, у которого как раз-таки я на дне рождения. Роман, с днем рождения. Самое главное, что не на дне. Спасибо большое. В общем, спасибо, да, спасибо. Вот мы очень далеко от Москвы, потому что Роман живет далеко. Спасибо тебе большое, что ты прошла все эти испытания. 5 часов пути, понимаете? Вот, это мама Романа, мой Светлана. Мой. Да. Очень приятно. Вот, видите, знакомьтесь, друзья. Всем знакомы. Да, я решила всем вот показать, где я. Ой, хорошо. Может быть, есть у кого-то, кстати, Роман очень круто читает рэп. Давай, Роман, читай. Если вы не знали об этом, то Роман, вот вы знаете, я честно вам скажу, это сейчас без всяких, не потому что он мой друг, а сколько я слышала рэперов, вот сколько существует, я фанатка Романа. Роман, можно зачитать что-нибудь? А что можно зачитать? Скотина подставила, да? Мой мир не тихий океан давно, здесь яростные волны топят корабли на дно. Я уже глубоко, словно жакы в кусто, но без тебя мне слишком пусто. Я, правда, такой праздничный, у меня поэтому... В общем, у Ромы, что же я такая засвеченная, не пойму. У Ромы очень много крутых песен, и Роман, на самом деле, я дам ему по жопке, чтобы он выпускал все эти песни, потому что я очень хочу, чтобы его треки были на свету, так сказать. Мне как снова надо заново учиться писать, на самом деле. Да ладно тебе! Все мы творческие люди, у нас иногда бывают кризисы, это не значит, что все, понимаете? Это значит, что небольшая пауза. Ладно, я пойду от нас. Давай, Роман. Стесняется, Роман стесняется, да, он немножечко стесняется, но он очень круто поет. Он очень круто читает, прям вот... С днюшкой, Рома, я ему передам. МС Роман. Да, Даниил, да, в арт-платформу всех. Реально, серьезно, всех талантливых туда. А, что, не поняла сейчас, секунду. Да, Наташа много чего говорит. Вы знаете, Наташа так скучает, что прям даже смс-ку за время ни одну не написала. Но так она скучает, конечно, безусловно. Меня снимает оператор. Я 5000 заплатила. Спасибо, спасибо большое. Да, я тупая, вы знаете, вот реально, кстати. Блин, ты знаешь, человек, я даже вот не догадывалась об этом. Сына у меня нет. В следующем видео из ранеток, ну, так смотрите, следите за каналом и, в общем-то, вы все увидите сами. Спасибо, спасибо. В красной... Кто с красной футболкой? Какой футболкой? Не понимаю. Да, больше всего люблю матовые, на самом деле, потому что не очень люблю, когда очень сильно блестят губы, поэтому чаще всего матовые. Самаре, привет!
Ребят, давайте без мата, пожалуйста. Если вы срете у себя дома, то срите там у себя, ладно? Вот у меня не нужно. Я когда-то ходила беременная, когда-то родила, и где-то ходит мой сын. Где? Украине большой привет. Лена, это я. В разных магазинах покупаю одежду. Абсолютно не привязана ни к какому. Мне нравится маковская, матовая, красная. Очень мне нравится, одна из любимых. На гитаре сейчас играю редко, чаще всего на клавишах. Я человек. Мне нравится очень много сообщений. Кто ты? Меня зовут Елена Третьякова. А сколько времени? Сколько времени? Я не знаю, сейчас часов нет под рукой. Мне 28 лет. Ай, господи, боже, люди, вот те, кто пишет гадости, кто вас воспитывает, боже мой, мне вот... Ай. Может быть, есть у вас какие-то вопросы? Пишите. А ты снимаешься еще где-нибудь? Где? Мы ведем блог с девчонками, в принципе, в общем-то, и все. Вещи покупаю самые обычные. Я рада за тебя, что ты хочешь меня. Справляйся как-нибудь сам. Друзья мои, я не пою сейчас. Да и в прямом эфире, в общем-то, нет смысла петь. Петь нам нужно на концертах, а не в прямых эфирах. Ну что, вопросики-то будут? Иначе сейчас пойду к Роману. А блюдо, омлет или яичницу? С Нюткой, конечно, общаемся. Вообще практически каждый день. Я на самом деле читаю практически одновременно две книги, потому что я никак не могу дочитать на крючке, и собираюсь начать читать «Ева». Я из Москвы. А почему я могу сделать? На Фибе и сериал «Друзья». Не смотрела сериал «Друзья», я прям погуглю. Какая разница в возрасте с твоим мужчиной? Что? А, не поняла вопрос по поводу косметики, что больше всего нравится. Вы имеете в виду марку или что? Ребят, ну если вы сами читаете чат, конечно, вы поймете, почему я молчу, потому что здесь, ну, половина, конечно, вообще непонятных вещей, вообще непонятных вещей. С Абдуловым не общаюсь. Да? Ты хочешь меня забрать? Я, да. Я хочу тебя забрать. Садись со мной рядышком. Роман, вот как ты относишься к тому... Выйди повыше. Повыше. Повыше? Хорошо.
прямом эфире пишут, покажи сиськи. Или, допустим, ты тупая. Ну, что ты вот можешь сказать? С иронией люди разные, мнения разные, что поделать. Сиськи — это хорошо. Сиськи — да, это хорошо, но зачем их показывать? В прямом эфире тем более. Меня смотрят это, дети. Понимаешь, если бы тебе вообще такого не писали, типа, покажи сиськи, это тоже было бы, знаешь, типа, даже обидно. Скучно. Скучно. Да. Ну, как-то так. То есть мои сиськи вроде ничего, что их хотят увидеть, да? Да, да, это уже о чем-то говорит. То есть плюсы, плюсы. Во всем главное видеть плюсы. Друзья, может быть, вы хотите Роме задать вопрос какой-нибудь? Роману исполнилось 25, да? Да. Юбилей. Ягод, боже мне. Ягодка опять. Боже мне. Мне 28 лет. И я, вы знаете, обалдела, что в этом году мне 29. Что я думала, что в этом году мне 28. Кто такой Роман? Роман, ты кто такой? Это я вообще обычный. Ты такой? Давай, до свидания. Парень. Роман — это мой друг, очень хороший друг, очень талантливый. Он пишет песни и очень круто читает рэп. Ну, если вы думаете, что рэп... Если вы думаете, что рэп — это такое, ну, как бы прям такое, что-то прям такое, то у Романа это такая лирика какая-то очень крутая. Мне очень нравится, в общем, я фанатка. Спасибо тебе большое, Лен, мне очень приятно. Я твой самый главный фанат. Я вот тот, кто будет вот просто выходить и кричать, самый первый. Лена! Роман — мой фанат! Так, подожди, что у нас тут пишут? Вы кто опять пишут? Слушай, знаешь, до этого писали, пока ты не пришел, кто я. Да? Нормально. Теперь пишут, а вы кто? С днем рождения, Роман. Спасибо большое, спасибо. Очень приятно. Вы пара? Да. Конечно. На самом деле мы давно хотели признаться. Я живу вот в этом доме вместе с Романом. Страшные тайны вскрываются, страшные тайны. Сколько мы с тобой общаемся? Снова тебя поздравляю с днем рождения. И, Роман, у тебя есть канал на Ютубе, спрашивают? Нет, нет. А чего? Я только сам все подписан, и все. Сколько мы с тобой общаемся? Может, сколько? Сколько лет? Когда уже мы... два... Нет, уже почти три года. Ну, плотно три года, да. Три года. Конечно, плотно три года. С днем рождения пишут. Спасибо большое. А бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? Вот она. Конечно, бывает. Конечно, что бывает. Что мы говорим, что мы вместе? Никогда. Нет. Бывает дружба между мужчиной и женщиной. Меня там не видно. Да, бывает дружба. Да, бывает. Однозначно. Но на самом деле, ну, все бывает по-разному. То есть некоторые люди могут дружить так, некоторые люди могут дружить так. Как бы за многое зависит от людей, и мне кажется, быть категоричным на этот счет тоже неправильно, мое мнение. Вы что-то взрывчатки нам посылают, слушай. Вот это вот что. Да, да, да. Я некрасивый, отлично. Не, мне нравятся люди вообще без фильтра, вообще без всякого, знаешь, они могут писать всякую ерунду. Тут пишет проститутка, я не знаю вообще, что к чему. Видишь, какие добрые люди, Роман. Ну, разные люди, разные мнения, что поделать. Ладно, мне на самом деле надо идти. Да, я сейчас тоже пойду, Роман. Здесь уже знаешь, что пишут? Тут всякие людей, гадости уже пишут. С вами очень приятно, несмотря на то, что... Взяли, тут написали, тут вся гадость. Видите, Роман даже ушел. Ну что, вы еще спросите, хоть и друзья, но это вот, ну, как так можно, я не понимаю. Ну, я просто на самом деле офигеваю над негативом людей, которые вот... вот... Очень много грязи какой-то вы здесь посылаете, друзья. Мне-то уж человеку, который живет по законам йоги и энергии, в общем, просто знайте, что все, что вы пишете, вот какую-то грязь, все вам вернется, друзья. Не нужно этим заниматься. Я просто вот не понимаю, откуда столько в людях негатива. Зачем тогда заходить на какие-то страницы и писать какие-то гадости, если вам что-то не нравится? Если вам что-то не нравится, вам по другому адресу, вот и все. У меня 23 декабря день рождения.
А будешь еще куда-нибудь выезжать? Не поняла вопрос. На Гоголя не ходила. На самом деле меня приглашали, но я очень-очень не смогла, поэтому я еще не смотрела этот фильм. Почему я не блокирую таких людей в эфире? Да потому что я не хочу пачкаться. Пальчик свой пачкать. Видео по йоге будет? Друзья, по йоге видео, скорее всего, пока что не будет, но как раз-таки, пока мы здесь вместе, я хочу вас пригласить. У меня на следующей неделе со вторника начинаются занятия в центре Москвы. Вторник, четверг, каждую неделю, ежедневно, ну, в смысле, регулярно. Будут занятия. Вот, поэтому, если кто-то хочет присоединиться, кто-то хочет начать заниматься йогой, поэтому присоединяйтесь. А также, кто живет в ЮВАО, открыта запись в культурном центре Астахова. Это Люблино. Поэтому давайте присоединяйтесь. На самом деле йога – это очень хорошая вещь. Не думайте о том, что это что-то заоблачное, что-то вам непонятное, незнакомое. Это просто работа со своим здоровьем, со своей душой, со своим телом. В общем, присоединяйтесь. Я буду рада вас видеть на своих занятиях. Я безумно рада видеть вас. Я постараюсь в прямые эфиры выходить чаще, потому что действительно я сегодня вспомнила, что это просто… Ну, я это делала, не помню.